Всем привет! Сегодня мы поговорим о менталитете, о турках, о отношениях с турками. Потому что, когда я сняла видео о том, как не надо знакомиться, да, как не для серьезных отношений знакомятся турки в курортной зоне, как турчанки там, почему они их все-таки за это отшивают, не позволяют к себе так относиться, были вопросы там по тем видео, что «А как тогда надо, да? Как понять, что турок с тобой для серьезных отношений, как он знакомится с турчанками тогда, как, чтобы она ответила на эти ухаживания, допустила к себе, к своей семье, вступила с ним в серьезные отношения. Сегодня у нас будет об этом. Я буду рассказывать о знакомстве, о вот этих правилах, как узнать, что тут, скажем так, понять турок с серьезными намерениями, из хорошей культурной семьи, какое у него, да, поведение. Но учитывая то, что это находится здесь, в Турции. Как в интернете это понять? Честно скажу, я не предложу ума, я не представляю. Сейчас я давайте уж сразу расскажу о стиле поведения, модели поведения турка, который знакомится для серьезных отношений, как это вообще здесь происходит. Это отношения, может быть, не только с турчанкой. У меня есть несколько историй в моей жизни, не связанные с YouTube-каналом. Мои знакомые, которые знакомились с турками, когда они были в отпуске, в отеле, когда меня спрашивают, а как в Турции тогда? Вот смотрите, все на улице пристают, когда я еду отдыхать, а как тогда знакомятся? Ну, окей, не знакомятся, а как вообще девочки находят нормальных мужей, за них замуж выходят? Это, как правило, так, самый беспроигрышный вариант, более-менее адекватный, если турок тоже турист и с вами отдыхает вместе в отеле. И это уже определенный уровень. Отдыхать в Турции для турков недешево совсем. Для туристов у вас в пакете все гораздо дешевле, чем для самого турка, когда он самостоятельно приобретает, скажем так, оплачивает отель. Как правило, ваш турпакет с билетом и с отелем стоит столько же, сколько турок внутри, гражданин страны, будет платить просто за отель, за номер его. Плюс еще туда и доехать надо и так далее. В общем, такие нюансы. То есть это определенные уже уровень жизни, я бы так назвала, что будем как по-честному, да, говорить, статус определенный. Не все турки могут даже себе позволить отдыхать в Турции в отелях. Не дешевое это удовольствие. Отели, конечно, есть разного уровня. Я говорю про нормальные, адекватные, где, я не знаю, нормально кормят, нормальные условия хорошие, человеческие, да. Там, я не знаю, не какой-то постоялый двор и тому подобное. Так что, если вы как туристка и знакомитесь, с вами знакомится турок, который турист также в вашем отеле, это неплохой вариант, это, да, вариант нормального, можно встретить культурного, воспитанного из хорошей семьи. И вот признаки, вот, которые я вам сейчас буду рассказывать, это то, что я здесь вижу, как они знакомятся, и как это было у моих знакомых девчонок, которые вышли замуж за турков, когда познакомились, когда приезжали туристками, они здесь, турки, жили в этой стране, но они были тоже туристами, а не работниками сферы обслуживания, отелей, там, магазинов и тому подобное. Турок, когда знакомится с девушкой, он, во-первых, это делает ненавязчиво, из-под тишка. Как правило, он обхаживает ее и собирает информацию. Я вам говорила много раз, что здесь очень принято знакомиться через друзей, соседей, знакомых, коллег, через родственников, на свадьбах, там, я не знаю, на никяхах, всяких обрядах, то есть на тусовках семейных, родственников, там, это надежно. Очень часто, если понравилась девушка, парень начинает, скажем так, за ней ухаживать, присматриваться вообще, какая она, из какой она семьи, что, скажем так, за ней есть, какое у нее воспитание, или, я не знаю, он может не показывать свои чувства и эмоции, ты не поймешь, что ты ему, например, нравишься, то есть он не сразу кидается и говорит, привет, давай познакомимся, ты мне понравилась, нет. Он держит лицо и марку, потому что я до этого видео, как турчанки, почему отшивают турков, я сказала, что если он на нее будет накидываться, фривольно шутить, сальные взгляды, шуточки, какая-то пошлятина вообще будет. Она скажет, чувак, ты меня не уважаешь, вообще до свидания, она вообще его рассматривать не будет. То есть турок подкатывает, скажем так, для серьезных отношений, воспитанный турок, вот так скажем, да, из культурно хорошей семьи, всегда на расстоянии сначала, он присматривается. Если туристки, у меня знакомая была история, она там гуляла там, по пляжу, вообще не видела, что за ней там парень, скажем так, в кавычках, как шпион следил, она ему понравилась, он был тоже туристом в отеле отдыхал, и там на третий-четвертый день только каких-то кратких переглядок он к ней подошел знакомиться, точнее, он ее там сложил так в ситуацию, что он ее куда-то там пригласил, ненавязчиво, или потребовалась какая-то, я уже не помню сейчас точно, какая-то ее помощь там, в таком роде, в общем. То есть он подкатывал издалека, не нахрапом брал, а сразу зондировал почву. Он смотрел, с кем она приехала, что она, с ребенком, там, без ребенка, что кто. Ну, в общем, все вот эти нюансы заранее просматриваются, складывается впечатление. Если о девушке хорошее впечатление, иностранка она или турчанка, неважно, тогда он делает первый шаг.
Но, как правило, к этому моменту девушка уже чувствует, что она ему нравится, какие-то взгляды, она чувствует эту симпатию. Как это может быть? Он может подойти познакомиться, просто там, здравствуйте, там, тра-ля-ля, я здесь живу. Но, как правило, чаще всего это подстраиваются ситуации, когда женщина не подозревает. Или это цветы прислать, подарок прислать, кого-то заслать, кого-то попросить нечаянно, типа случайно познакомить коллег и так далее. То есть она уже ему понравилась, он собрал информацию, присмотрелся, она его устраивает, симпатичная, там симпатия есть, но он просит друга, чтобы он познакомил, например, это его какая-то там знакомая там, или родственница и так далее. То есть через кого-то как-то закидываются так удочки. Если других вариантов нет, и девушка там не обладает какими-то знакомыми друзьями, ну, может подойти и сам познакомиться здесь, ну, в Стамбуле, по крайней мере, парни с девушками так общаются, он пригласит ее на свидание. Вариантов может быть два. Первое, он может пригласить как дружеской компании, там, ты бери там подружку или там приглашая друзей, сам взять друга для вида, для подстраховки, но не в том плане, что а вдруг мне она не понравится, я убегу или еще что-то, или она не думала, что я маньяк, там, накинусь на ее насиловать буду. Нет. Чтобы девушка просто не чувствовала себя, возможно, повышенного внимания, чтобы кто-то в кафе, в ресторане поглядывал, о, у них свидание или что-то в таком роде. Это, по сути, для безопасности девушки, чтобы ей было комфортно, и она не чувствовала себя неловко. И, в принципе, да, логически, чтобы у нее были всегда пути отступления, если ей что-то не понравилось. И, опять же, отмечу, что нахрапом здесь не берут вот так вот. Не улыбаются, пойдем, я тебе покажу отель или что-то в таком роде. То есть турок из культурной семьи, воспитанный мужчина, который уважает женщину, или у него в семье это заложено, уважать женщину, он знакомится издалека, постепенно, и для развития отношений нужно время. И вот когда уже все, вроде бы, может, встретились, например, с друзьями, или первая просто встреча была, тогда он уже начинает проявлять симпатию, писать там смски, общаться. То есть вот это, в принципе, момент узнавания друг друга, он еще может надолго растягиваться. И к тому, что на первом свидании турок под юбку не лезет. Намеков фривольных «пойдем ко мне» не делает. Он себя контролирует, когда ему нужны серьезные отношения. А если вы там, например, живете в Турции и встречаетесь, например, в Тиндере где-то условно или на сайте знакомств, идете на свидание, и парень вам предлагает выпить алкоголь на первом свидании, а пойдем в бар напьемся. Ну, не прям напьемся, но проведем прикольное время, да? Или он уже намекает на что-то вам, на какую-то близость, сближение, задает очень много личных, например, вопросов, пытается под кожу прям залезть. Ну, скорее всего, это несерьезный вариант по турецким меркам. Это вариант для того, чтобы, ну, там, какие-то свои цели преследуют. Это не отношения долгие, семья, любовь, дети, вся история. Нет. Когда это рассматривается парень, то он обязательно в бар не позовет. Он позовет в публичное какое-то кафе, место или в ресторан. Может подарить там, например, цветы, красиво ухаживать и наоборот не притронется. И под юбку не полезет. И вообще намека об этом не даст. На первых свиданиях так точно. И опять же, есть исключения, конечно, из правил, у кого-то все это может проходить по-другому. Я просто рассказываю о типовом поведении, которое я здесь вижу среди таких нормальных, адекватных парней и девушек, да, которые знают себе цену. Я бы вам, знаете, хотела дать совет, что девушкам, иностранкам. Я когда говорю иностранки, не подразумеваю сразу славянки. Здесь есть и немки, и полячки, и англичанки здесь. И тусуются как туристки, и живут здесь, переезжают, работают. Здесь не только свет клином, например, на славянских женщинах здесь не сошелся. Я вам так сразу говорю. Мы здесь не одни. Здесь других разных женщин навалом. Сейчас еще арабок очень много понаехало. Из Македонии есть женщины. Так вот, я хочу отметить, что если вы встречаетесь с парнем здесь, что, например, по работе живете, идете на свидание, и парень себя, потому что вы иностранка, он знает, что вы, например, из Европы, вы можете больше себе позволить, чем местная девушка, не будете осекать за что-то его. Чувствуете, что он относится ко мне не как к турчанке, не с уважением, фривольно, там намеки всякие делает. Отшивайте, не задумываясь. Когда вы выставите эту границу, ему нужно вас добиваться, пусть добивается. Он знает, что это ценно, что у вас есть какая-то вообще ценность, значимость, вообще вы себя любите и не позволяете к себе такое отношение. И он тогда может дать шаг назад, попятиться и начать заново пытаться завоевывать ваше доверие, если вы ему реально искренне понравились, он влюбился, у него есть в вас интерес, его заинтересованность, то будет вот так. А если у него не было интереса на серьезные отношения, и когда он начал вам под юбку лезть, вы его отшили, он, естественно, с горизонта тогда пропадет. Но расстраиваться при этом не нужно. Мужчин в Турции навалом, вы своего все равно найдете, надо в это верить.
Так вот, когда началось уже букетно-романтичный период, когда, говорят, турки цветов не дарят, дарят и цветы, и там, например, и подарки, какие-то ухаживания. Все, конечно, зависит от материальных средств самого человека, да, есть у него на это деньги или нет. Но если хотят турки обхаживать, они очень могут красиво это делать. Я вам еще до этого раньше говорила, если у них нет каких-то денег, но женщину хочется обаять, он может взять кредит, он может залезть в долги, но вот эту иллюзию, то, что ты королева, вознесение, он это сделает. Знакомство с родителями здесь тоже знакомят здесь с родителями в основном приличные, и мы говорим только про приличных сегодня, да, не про плохих каких-то или индивидуальные какие-то случаи вранья, там, обманы и так далее. Приличные здесь с родителями знакомят в последний момент, когда это отношения, реально идущие к свадьбе, когда вас хотят назвать моей невесткой или вам делают предложение, там, никях потом и тому подобное. Сначала знакомят с друзьями. Затем знакомят там с кузинами, кузенами, потом, может быть, с тетями, там, своими дядями и так далее. То есть каким-то дальними сначала знакомыми связями своими, потом ближе постепенно подводят к семье. Период времени встречаний для серьезных отношений бывает разный. Есть кто-то у меня знакомые, которые женились там через год. Есть знакомые, которые 3-4-5 лет тянут эту лямку. И знаете, это как и в других отношениях. В России то же самое, я у моих подружек встречала. Когда идут отношения, встречаются годами, отношения себя изживают. Люди понимают, что им вместе не очень хорошо, они узнают свои какие-то огромные минусы, на компромиссы не идут, но они в итоге женятся. А потом они могут, кстати, и расстаться, допускают такую ошибку. Это во всех странах бывает, в Турции не исключение, когда тут годами тянутся отношения, себя изживают, а потом люди заключают брак, и в итоге через какой-то период времени могут развестись. Здесь тоже такое есть. Бывает, что знакомят быстро. Я бы не сказала, что это для культурно приличной семьи, хорошего парня, это большой плюс. Потому что у меня сразу закрадывается такая мысль, а значит, он не только вас знакомил. Значит, например, в его семье с таким воспитанием родители, как обычно такого парня рассуждают, да, погуляет, мы со всеми знакомимся, они просто не думают, что вы здесь задержитесь надолго, что вы та самая, он со многими знакомит. Потому что так проще добиваться своей цели, там, девушку склонять к какой-то близости, например. Завоевав у нее так фальшивыми поступками доверие, родители в этом подыгрывают. А чем бы дитя не тешилось, лишь бы не забеременела, да, лишь бы не женился. Да, пусть гуляет ему, можно мальчик и тому подобное. А то, что девочка на это ведется, да, ее плохо воспитали, это вопрос вообще к ее родителям. Вот так они рассуждают здесь. Но если бы очень быстро знакомились с родителями, прям там месяц-два, и там давайте с мамой познакомлю, хотя бы там не с папой, или с близкими какими-то родственниками, я бы задумалась, значит, я не первая, кого он знакомит. А если вас познакомили, вот тут уже другой вопрос идет, а как скоро будет свадьба? Если мы берем нормального воспитанного парня, как правило, познакомились с родителями, значит, ну, он уже серьезно намерен, он меня выбрал из всех остальных девушек, скажем так, исключил конкуренцию вокруг, да, я та самая, а не просто промежуточный вариант. И мне тогда вопрос другой, а как, когда? И родители тоже начнут задавать, нормальные, адекватные родители будут задавать вопрос, дорогой дружок, ты нас познакомил со своей девушкой, что значит скоро у нас на носу будет свадьба, да? А когда свадьба? То есть очень часто парни с девушками в Турции, здесь с турчанками встречаются, с родителями могут не знакомить. Отношения могут себя изживать, потому что на протяжении долгого времени до знакомства с родителями не дойдет, потому что парень не уверен, может быть, в своем выборе, или у него нет финансовой возможности, он не хочет брать деньги у родителей, свадьбу играть и так далее. То есть что-то он не может, например, дать невестке своей, он еще не капитально стоит на ногах и тому всякое прочее подобное. Так что не знакомят тут с родителями и турчанок в том числе, но турчанка, возможно, через какой-то период времени, для себя отведенный срок, она начнет давить, скажем так, закручивать гайки и говорить, либо мы развиваем отношения, либо давай расставаться. Но это уже индивидуально от характера каждого человека зависит. Я бы не сказала, что есть какое-то стереотипное такое поведение, что можно взять какую-то выборку массовую, массовый процент девушек, кто так поступает, делает. В общем, это уже индивидуально у всех идет по-своему. Вот такая история. Так знакомятся, в основном протекают отношения нормального культурного парня турка, не только с турчанкой, но и с иностранками. Если у вас есть комментарии, пожалуйста, пишите под видео. Считайте, что видео полезное, ставьте обязательно лайк. И я жду ваших историй под видео в комментариях о том, а как же вы
Как у вас проходило знакомство со своим избранником турецким, если он у вас есть, либо, может быть, уже стал вашим супругом? Я жду ваши вообще, в принципе, истории на свою почту. Она остается всегда в инфобоксе под видео. Ваши анонимные истории для разбора на канале. Либо записывайтесь на психологические консультации по скайпу. Скоро увидимся. Всем пока!